Первыми приближение праздника ощутили жители Балаклавы. 19 декабря на площади 1 мая открылась новогодняя елка. Символично, что торжество прошло в день Святого Николая Чудотворца, покровителя детей. Ребята из танцевальных коллективов районного дворца культуры выступали для мальчишек и девчонок Балаклавы. Начинать новогодние гуляния первыми среди севастопольцев у местных жителей становится доброй традицией. У нас всегда в Балаклаве первая открывается елка на День Святого Николая. Это уже, я даже не помню, сколько лет назад это началось. Потому что как-то у нас вот прижился этот праздник. И вот поздравить своих балаклавцев, детишек можно открытием елки. Елка центральная, это на площади Дахимова, все понятно. Вот, у нас всегда предваряет большую елку нашу. На сцене под открытым небом развернулось театрализованное представление. В программе приняли участие артисты Балаклавского дворца культуры, театра кукол «Саквояж», творческих объединений «Земляничная поляна», «Чай вдвоем», театра «На ходулях». Батюшка, и он защищает и помогает на протяжении всего рассказа петушку, который потерял голос, и черные силы борются с белыми силами, и, как всегда, побеждает дружба, красота и вера в лучшее. Но это стало традицией, нам приятно, я думаю, что мы даем хороший старт всем другим районам. Во время представления были задействованы и маленькие зрители. Дети наряжали елку, принимали участие в небольшом флешмобе. Открытие новогодней елки в Балаклаве – первое в череде городских торжеств. Михаил Журавский, Андрей Вовк, Севинформбюро.